Так, встаем, занимаем позиции, ребята! Рано, 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 дуть будет! Рано прыгать! Командую! Так, 15 секунд. Подтянулись. Не сым. Пошли, 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 пошли. Жми, жми, жми. Гоу, 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 гоу. Ну, 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 крутите, крутите, выбирайте, выбирайте. Ну, ну. Следующий, 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 следующий. Пошел, 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 пошел. До конца. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, парни! Отличной высадки. Фух, я выжил, парни. Вызвали погоню. Хорошо, если подобьет. Так, все с крика на норму, а лучше на шепот. Ох, у меня логодром. Да, надо прорисовочку поменьше. В общем, нам нужно сейчас до перекрестка дойти, а там уже вдоль домов. А, разбился или что? А, не нашли. Да, был пулеметчик. Жесть. Да, кибернетик. Кибернетик, да, все понятно. Есть на ДВ. А, командир там далеко. Штаб. От нас, да. Рыб. У нас тут полный. Хоть на рот вернем. А он красный дым или что-то? Или то дом красный? Это дом, дом. Дом, дом. Дом, дом. Че, дальше идем или что? Дальше, дальше, дальше продвигаемся потихоньку. Надо просто осматривать все. Опа. Короче, мы инженеры, будем за тебя, оу. Смотрите, вы сами будете виноваты в этом. Ты ж не лезешь вперед, ты ж командующий. Да. Вот, я думаю, возле тебя самое безопасное. А вас двое? Ну да, мы два инженера, вот зеленый. Карабин или я? Так, так, в атаку, ребят, в атаку. Не отстаем, не отстаем, войдем в атаку. Ладно, так, держись рядом со мной. Все, пойдемте тоже по чуть-чуть. Че говоришь? Я за ним. Бежим. Сейчас вот дорога в перекресток упрется, и после перекрестка еще метров через 200 в таком же направлении будет наш двор, который нужно зачистить. Да-да-да, движение прям впереди. Есть, 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 вот рядом бегут. В
Внимание, направление в 240, как раз вот через 200 метров будут дворы, которые надо зачистить. Вот, вот дом с красной крышей, после этого дома надо дворы уже. Там зона, которую нужно выбить. Понял тебя. Так, наблюдайте технику. ЗСУ прям рядом, да, катается. Гранатометчик! Ну где-то вот она там впереди. Так, пошли дальше, 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 через поле идем. Все, через 150 метров на 240 уже зона, которую надо зачистить. Все, давайте двигаемся, двигаемся, парни. Да, 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 200-300 метров по рисовку поставьте. Штаб, это ВРГ, нам атаковать север или запад? Атакуйте север. Принято. Мы, в принципе, уже тоже сейчас атаку начинаем. Сова, ты где? Кто говорит? Драм говорит. Мы уже атакуем точку северную. Штаб РТРЕ к нам приехал за СУ. Принято. У вас есть чем отбить ее? Ну, разве что только застрелить стрелка. Тогда постарайтесь это в атаку тогда не лезть, если нечем. И как-нибудь это фланговать ее. Принял. Давай я КРЕшников тогда на помощь. Где мне пойти, ёкарный шашлык? Напугал меня. На шепот. Да на шепот. Да на шепоте не слышно. Где мне? Ты ж командир. Глаза тебе в лицо, сказал за мной идти. Фарид, объявляю тебе устный выговор. Ой, да ладно, Сова. Ну, они закусывают. Ты бегаешь, Фарид, ты ничего не видишь. Фарид. Пусть. Господин, на связи? Да, Акра, да, на 80, да. На 80 вернись, они где-то там были. Я вижу, что вы бежите прямо на нас. Да здесь столько кустов, домов, что-то там пошли, там пошли. Там. Так а чё они все разбегаются? Надо все вместе держаться и ну... тихо проходить. Кто, никто ж не подгоняет. Дисциплина. У нас еще времени. Вон, вон, парни какие, да. Во, смотри, один за другим прям. Спись нас хули. И заяц бежит за ними. Каратель, да. Смотри тот фланг. Ля, мне с этим, с этой покупкой надо кого-нибудь убить. Окна, окна, все смотрите. Будьте внимательны. Вован, а покажи на карте, где мы сейчас. А если задымится? А как показывать? Я просто еще. Вот, вот здесь вот где-то. Да, 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 мы рядом прям. Опа. Так, давайте немного отойдем. Сейчас с дымом-то будет. Сейчас свет пройдет этот яркий, и можно будет этот пойти. Давайте сюда пока. Это ВРГ, мы приступаем к атаке. Принято. Сейчас ВРГ нам помогут, они с севера пойдут. В ответ подавляйте их тоже. Вы трусы. Так, тут
командир первого взвода интересуется, чем выбивать Зушку. Она далеко от вас? Судя по всему, около 300-400 метров. Пробуйте фланговать пока или отступать, если совсем тяжело. Так, идем, ребята, что стоим? ТРЕ. Стрелка на Зушке убили, Зушка отступает на запад. Принято, атакуйте свою точку. Принято. На втором этаже пулеметчик. У них пулеметчик на втором этаже. Вон на втором этаже у них стрелки бегают в доме. У кого там винтовки есть, смотрите окна. Сава, мы тут только одни с тобой. Да не, вон впереди еще парни наш. Штаб ТРЕ, зона захвачена. Принято, тогда двигайтесь в сторону радара. Блин, по счету тормозит так все вообще неудобно. Короче, я слышал. Тут есть, тут, короче, пески, это окоп из песок. И за песками прям трупешник будет за песками. Девчич, тут, да, тут вроде где-то винтовка валялась.
Не, я больше им в суде ранен. А, он мёртв. Надо зачистить дом на 210, этот каменный. Раненый есть? Все, север мы контролируем. Ты слышу технику на 190-200. Я пошел других ранен. Вы вот это здание зачистили? Вот это здание. Я на втором этаже. Так, так, держимся вместе. Так, внимание, техника! Что? Не сидеть на кучке, так, чуваки. Так, штаб, вы на связи? На связи, кто говорит? А, говорит третий взвод ВРГ. Мы зачистили север. И скоро будем, перебинтуем сейчас и будем двигаться на запад, я не знаю, или ожидаем. Принято, как будете так готовы, доложите. Да, 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 кто искал? Да, да, все. Так, ВРГ, отлично. Штаб, какая наша следующая задача? У вас есть чем выбить машину? Там уже все запущено. Да. Да, по звуке есть. Так, ну судя по звуку, она где-то вот на западную точку поехала. Может, на втором этаже лучше? А, штаб, я вижу. Да-да-да. Ну, со второго этажа ты сам. РЕ на связи? Может, та заборщик? Мне нужно пробег пустить. Кто-то у меня, кстати, спрашивал про адреналин. Ну, бля, я её не вижу, не знаю. Есть морфин, если что. ВРГ. Да, слушаю. Пойдем тогда на южную точку сходим. А, принято. То есть прям через город проходим на юг дальше, да? Чуть западнее юга. Да, главное не потеряться, просто да, пойти южную, а от южной уже это... Так, ребят, идем сейчас на южную точку все. Не разбредаемся, пока все вместе идем. Ну нахер, я хочу. Ну да. Все, на юг, ребят, сами теперь поодиночке. Все, значит, цель. Только не кучку. Сейчас выходим на более широкую улицу и сразу рассеиваемся. Наша задача сходить. Медик есть тут. Есть. СТБ, идем южную точку захватывать. Давайте, ребят, не опа. Третий взвод пошел. На юг, иди с пацанами. Кладбище. Да, я знаю, ну блядь. На само кладбище не заходите, вокруг стычки. Пошли. Вокруг кладбища должно быть. Это мясо. Смотрите, инженер еще есть. Что-то не исчезло. Отлично. Ты, да? Так, подожди. У тебя мало еще. Я его добил. Каратель еще. Что происходит, а? На 200-220. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет.
Как раз это на южной точке стрельба идет. Нам туда надо. На 150. Тихо. Чувствую себя партизаном прям. Давайте нам на 150 надо двигаться. 140-150. Дома и окна, все, да, смотрите. Слушай, не знаю, ну как бы медик. Тут медик рядом с вами, он бегает тут. Понятно. Слушай, вот это адище там происходит, ты посмотри на это, а? Так, внимание, атакуем теперь западную сторону. Западную точку. Разбегайся! Что творится? Это жопа! Да, у меня будет. Эх!